Они вообще меня не парируют, серьезно. Меня парировали очень мало. Си, он уже парирует меня. Я прям даже не знаю, что делать. Я растерян. Что ты хочешь? Может, солнышко въебало, да? Лови солнышко. А чё, кричо? Кричо? Как оладух. На. Чё, не стесняйся, на, забирай. Эй, Immortal Estus. Immortal Estus, на, солнышко, блядь. На, блядь. Беги за ним. Кто-нибудь его должен пиздить. Давай, я буду его пиздить. Кто-то пуляется, а кто-то пиздит. Да что ж ты будешь делать, да? О. Ты посмотри. Он оу. Чё, солнышко что захотел? Чё, парировать? Ещё. Пизди его. Он хотел отбить спелл. Какое же это говно, блять, это просто абоминейшн, блять, сэспул ебаный, просто. А чё такое, хочешь честной дуэли? Не, ты гангбойс попал. А чё такое? Чё такое, ты хочешь, чтобы не эстусились? Ну конечно. Всё нормально, чувак, мы не будем, мы закидываем тебя солнышками, и ты дохнешь. На, блять. Эстус. Солнышки. Эмбортл. Ой. Ой-ой-ой, блять. Опасно. А может он солнышко хочет? Может он парировать хочет? Солнышко парирует. Давай, пусть попробуем. Какой-то он ловкий совсем. Эстус. Цестус? Makes you immortal. Осторожно, это катающаяся атака слишком сильно интеграция. Я знаю, я и убивал последнего босса. Эй, Егор! Что? Ха, попал! Всё! Ты гадон. Окей. Я знаю, что я ганкер. Кстати, кто из вас назвал этот канал Construction Bureau? Павлик. Я его назвал так, потому что он ЦБ написал. Я расшифровал его. Павел, ты что, ебанутый? Нет, он с этим. Ты сам знаешь, с чем. А, с этим. С Dark Souls. Да. Ты поставил? Да. Блять, дешмэк. Ты походу... Не, после того, как ты мне этот линканул видео, там типа про ганкеров, мне что-то плохо стало, то, что мы эти гейские тактики используем. Плохо тебе стало? Да. Нет, не должно быть плохо, это Dark Souls, с учетом. Ха-ха, ну. Но все равно вон люди комплейнят. Где комплейнят? Кто комплейнит? Комьюнити. На кого? Где? Блять, я же сдохну. А вон, этот чувак играет точно так же, как это. В смысле? О, смачно. Какой? Не понял. А, ты имеешь в виду маг чистый? Да. Что? Как он в меня попал? Ой, блядь. Бедный Егор начинается. Мне кажется, уже заканчивается. Да, что-то я хуево отыграл. А, ну да, два раза сдох за 10 секунд. Ну, в принципе, да. Не, ладно, один раз это еще ладно, потому что я не видел, где этот инвейдер. Второй раз там я... Да. Там я согласен. Он меня просто за этим вашим полом заебал уже. Все, меня ваншотнули, я не могу.
Хлоу! Гюнтер Сейн. Ну давай, Павел, пошел спрятаться. Го, давай. Давай, мочимся. Не-не-не, Гангай! Ты должен спрятаться, Павел. Кил. Сейчас все упадет вниз. Бля. Убил его. Мне кажется, он в ловушке. Самое... Ему отсюда не убежать. О. Хорошо. Ну и чё, ну и подошел ко мне. Ты чё, думаешь, что я маг? Блять, как же я обожаю наебывать этих дебилов. Они наверху. Hello, my friend. Влезай. Сразу ваш индивид. По бумаге тоже нет. Эй, не надо, нет, вернись. Сразу. Эй, тоже жаль. Он сейчас сожжется. Сдох, по-моему. Не сдох? А, да, сдох. А другой убежал. Отойдем, слышь? Он не успокоится. Сейчас надо подождать, пока он успокоится, и вместе пробежать. Все, побежали. Блять. Он же как плохо. Ой, как плохо. Да-да, молодец, блядь, использовал свою магию, молодец. Убоёк. Бля, надо... Ах, сука, только нет, я наверх. Не советую за мной лезть. Хотя, может, в спину пиздануть. О, нет. Не надо за мной лезть. Все очень плохо. Ты где? Сейчас я ты на... сдохнешь, так что смотри за мной. А вон тут... Не надо к нему идти, слушай. Не играй по его правилам. Он слишком умный, блядь, все на него. Так. Сейчас у нас будет пари бой. Или долбоёб. Мне его стрельнуться с лестницы. Мне кажется, он не понимает какой-то ситуации. Меч взял, мозг не взял. Мешал бед. Ловко. Очень даже неплохо. Ну что ж, может получить свой бой. Ну, Dead Boy. Он обмазывается. Получает он от меня эти стрелы мои. Очень хорошо их получает. Все их до единого. Очень хорошо!
второй инвейдер из ниоткуда. Что? Слышь? Меня я, походу, видел, когда он... Нет, что, я когда не я видел. Умер, он вторгся. Не, я не был, наверное. Я сейчас попробую сделать одну хуйню. Блять. Они не видели меня. Блять, дебилы. Долбоебизм не лечится, блять. Сука, меня сейчас почти убили. Да. Ваншот. Клёвое аниме. Блять, ты чё-то кувыркаешься? Охуеть. Я тебя чизить буду. А, ты хочешь фейерплей, что ли, ты? Там стоишь сзади. Ха-ха. Фейерплей, блядь, захотел. А я тут думаю, блядь, что такое? Где же Ганкер Спирит? Но ты просто не знаешь об одной моей слабости. У меня, например, мана кончилась уже почти. Вот, и я не могу по нему попасть, просто. Ты сейчас видел это? Это анти-ганг-бой. Он пытается нас убить до того, как мы его убьем. Осторожно, тех. Блять, ну я думал... Ну... Что, мне попасть? Сука, нихуя себе! Блять, влетел прям! Время, самое главное, что в этот момент еще ты не смотрел, блядь, вроде сочно было. Смотри, 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 он прям жаждет это сделать. Это. Не, чувак. Блять, меня закидало, это анти с хуйней, и у меня нет маны. У меня нет маны, блять, я ничего не могу сделать. Блять. А это он теперь кидает? Нет. А, ты имеешь в виду вот эту хуйню? Он пытается меня убить, короче, до того, как я из Эстуса выйду. Ты какой спамер, а? У него, по-моему, есть детали от этого. Блять, Буритас, почему 0 FPS-то? Господи, 0 FPS. За что? Что же я сделал, блять, такого? Блять, это просто Unreal. А тогда спросили, блядь. У него эти готхардовские мечи. Чё, невидимка ебучий. Очком торгует. Блять, этот ебучий антиэстус кусок говна перестанет меня ебать мозги. Я хочу уже эстус. Я не могу ничего сделать, у меня ничего нет, никакой мании. Мне нужно срочно выпить эстус. Мне казалось, там выход. Ну, потому что не надо играть с флаконом, когда как в тяжелой ситуации. Блять, ну давай не сдохну. Хорошо. Это просто, блядь, какой-то... У меня уже плакать хочется, то как я... Блять, спасибо, я проебал еще все души, можно сказать. Блять, я не смогу их вернуть. А как мне убегать? Как мне убежать к моим душам? Беги обратно. Я в смысле обратно, блять, я даже не вернусь костру. Никак. Как тебе ему вернуть? А, не вернешься, да. Не, давай. Я вернусь, слышь, ставь там. Если я смогу, я вернусь. Я прокликал этот. Грейтсорд и поставил на баф.
где? Возле костра. Подле. Заебись, блять, вообще механика, сука, заебал он. Какой-то, блять, ганкер ебучий. Он знает, что делать. Он просто заебал меня. Почему не призывается нихуя? О. Слишком много хп, блять, но просто слишком всего отдохуя. Эх. Что? Чего? Что? Что, блять? Бомбёж пошел. Это бомбежка не на Павлик, это, блядь... Может, Павлик тоже вопросы сейчас появились. Сейчас не ошибиться, блядь, еще. Сейчас они убегут, я тогда встану и успею. Очень опасная ситуация. Блять, да пей же ты эту хуйню. Ой, я в плохой ситуации. Если меня сейчас ударит, мне будет очень плохо. А, начнем. А, он умер. Он нет, не умер, он не умер. Что? У него кольцо, что ли, кошки? Он его одел, когда слезал, наверное. Если оно у него есть. Выживешь. Сейчас меня солнышками закидают, пизову. Поставил? Да. Да, вижу. Если я еще успею выжить. Блять, лавкач тут меня сейчас зарубит и все. Пиздец. Говорю, ловкий-то, блять. Чё-то я больше не призываюсь. Не призываешься? Очень хорошо. Это очень хороший новый. И поставить еще раз тоже не могу. Что она меня ошибку выкинет, потому что она и будет сам. Блять, мне пиздец. У меня нету эссенс. Кто-то из них кого-то убил. Summoning abort to the timeout. Я сдох. Просто супер, блять. Я здесь должен был... Витнес. О, все. Трюк пришел. Хех, планы тоже. Убил. Ре. Что это было? Ты каткаешь такая рожа там. Он еще такой ловкий прям. Еще сдохнем, давай. Ты знаешь, когда я убегаю один, я под... Что, он может отбить? А, у него этот парень, да, Гер? Где ты поставил? Там вот у этого... Мы, я все уже, ко мне за инвейдили.
Не, ну я понял, но я тут не могу поставить. Егор, чтобы мне правильный антворд. Правильный антворд — это уличная магия. Берсерк Гудс. Да, Гудс. Ну его Ганс зовут в немецкой версии, конечно. Христиан Андерсен там. О нет, мы Гудс сейчас затыкаем. Как же быть? Он своим маленьким. Гудс пошел, Гудс пошел на этот тест. Он уже убегает, он. Гудс. Гудс. О-о-о-о! Пипиську свою учил за угла. Я прям чуть не испугался. Чего? Он свою пипиську. Он тут, где я. А где ты? Направо от говноголовых. А вот. Блять, Айна крокодил, ёпты, тут пиздец какой-то. Походу кто-то сзади нас. Блять, Гудс. Гудс. Он обошел нас. Как же Гудс, он ловкий слишком. Так, тактика Гудс. Он на тебя сейчас. Тактика Гудс. Сейчас у меня тоже таргетч есть, нахуй, блять. На тебя Гудс. О, тут еще один, бля, уходим отсюда вообще. Потому что да, говно... Да, Миша затыкает Гудс. Говно несёт. Пока, короче. Блядь. Не убежишь, просто грош тебе цена. Грош. Блядь, Гудс меня сейчас поймает. Ааа, блядь, не иди туда, блядь, там пиздец. Нет, Гудс. Да тут я еще раз Питер с копьем бегает. На, Гудс. Как тебе нравится это Гудс? А где Гудс? Ну, а Гудс, вот хватит пить, блядь, Гудс, да. О нет, он гуцает меня. Нужно этого рапирщика, не рапирщика, а это так... О, нет, сейчас будет плохо. Осторожно. Блядь! Что они делают? Я ухожу вообще вниз, прыгай вниз. Прыгаешь, да. Ты вниз! Ты не туда! Ой, меня сейчас гуд тебе. Блять! Нет! А ну... вот сюда? Я много прыгнул. Больно! Нет, 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 нет! Гудс убил! Ну беги же! Гудс мертв! Я сейчас кончу! На! Что тут происходит? ПВП! Не тот эстас! Чё происходит? Вот Гудс двумя мечами. Это лан. О, чё это у меня за голдышка в руке была? Голдышка? Я так и знал, что сейчас кувырок сделает такой мощный, прям крутой. Кувырок. Ich bin Schnappi, das kleine Krokodil. Schnappi, Schnappi. Schnappi, Schnappi, das Schnappi Krokodil. У него тоже миллион, у него Гудс. Это Schnappi Krokodil. У него Гудс появился в руке. Гудс? Блин. Бля, у меня родители спят, точнее, мать спит, а я тут ржу как больную просто. Ну, у тебя Гудс? Да. Как блядь, какой? Ты же сдохнешь, что там? Да. Трагедия. Егор, по-моему, твоя мама же и думает, что ты ебанутый в мозг. Все так мирно. В Dark Souls такого никогда не бывает, что ты стоишь на месте, ничего не надо делать. Я что-то там обмазался. Что там за гудс происходит?
Кстати, в этой локации все как-то сломано, я не могу на чуваке сделать этот эйм. Может быть, это туман? О нет, он хочет меня гутить. Да я не могу локон сделать, блядь. Я говорю, в этой локации его нельзя делать. У меня было PvP, я пытался делать локон, и не получалось. Ой, здравствуй. Вон этот чувак тоже не может сделать. Фан PvP начинается. Так, где нельзя локон? Я мастер PvP без локона, нахуй он мне нужен. Ну давай, еще дай ему себя убить. Попал. Гуть. Еще один что? А, это тот же. Это тоже. Тот же долбоиб. О, гуд, давай, гуд, 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 гуд. Мэн! Гуд. Какой это? Гуд. Он гуд, у него плащ, как у гуд. Он гацу, гацу, гацу. Я, кстати, не за тобой бегу, я сейчас собираю айтем. Все айтем. Не, мне не нужно, чтобы за мной бежал все время. Просто бывает критическая ситуация. Я просто тебе говорю, потому что... Бывает критическая, да? Ты такой хоп. Я такой хап. Я оп. Оу! О, гуд. Не надо, не надо за ним. Надо аккуратно здесь отработать. Ну, научился кристальную магию. Нет, отойди от него, да. А чё ты меня ударил? Чего? Чё-то я касал магию, и мне кто-то интерапнул. Так он взрыв сделал, может тебя шоквейвом. У некоторых оружий мощных есть шоквейв. Эй, потяни. Иди сюда. А? Там ты сможешь взять этот кусок титанита. Ну, финальный, плюс 10. Внизу. Эй, двое этих долбоёбов уже. Ага. Ты где? Я тут. Эти мудаки вон на лестнице. Они нам не дадут пройти. Стоит? Надо что-то придумать. Надо продвигаться как гудс. Он осторожен, там пенис. Я знаю. О, они идут. О, как хорошо, на фул хп почти. Меня эти мобы чуть не убили, нахуй. Гудс. Мэн. Чё этот гуд, блин, то все убегает? Давай сюда. Размашите своим сорт. А он хочет, чтобы просто смог повернуться. Не, так не пойдет. Вон тут еще один гуд. Сидит. Это, я не с тобой, если что. Блять, этот мелкий стороны. Гандон, он мне мешает. Сука! Еще ваншотни меня, блять. Посмотри, сколько мне урона сделал. Это весь урон от него. Это весь урон от него. Это просто пиздец. Че это. Че он делает? Да он сытся, пиздец, против двоих драться. Он бегает наверху, ёбок. Это же тот же, что ли? А, второй? Другой. Не знаю, у него топор. Топор тот же, а гуд другой. Это чё там, это Crystal Mage? Чё этот моб такой крепкий против магии? Мне кажется, из-за того, что у них тухло на голове, это хуйня. Кстати, у меня кончилось измазывание головы. Я пойду измажу еще раз. Ты серьезно? Нам нет времени тут, на тут, это. Тут есть ванна, тут есть ванна. Блять, ну чё? Нет, гуд. Да блять, ну нахуя ты? Опять ты бросил меня, блять, пошел. Я пойду измажусь, блять. Прибежал сразу инвейдер и ёб. Может быть так как-то. Чё он делает? Скользит. Чё происходит? Кувыркается по сто раз. Что это такое? Кувыркается по сто раз у меня.
Так, ну нам вроде туда и надо. Вон там гуд, который меня... Я к нему пошел, к нему, тому чуваку. У меня стан лоб. Как это не попал? Я не понимаю, он кувыркается по миллиону раз, блядь, ему вообще плохо. Я вам потом просто лагует, как не знаю. Почему, блядь? Чё он делает? Да ему все, блядь, дозволено, что за хуйня? Все удары сквозь него, все ничего не работает, блядь. Еще меня попытается, он пытается еще меня убить, ты посмотри. Почему ему не идет урон, ничего не происходит? Как он кувыркается постоянно так, блядь? Что это? Что это такое? Что это такое? Блядь, то что? Маг какой-то. Привет, лунатика. Блядь. Ой, у него блидин. У него блядь. Хорошо ты подставился так. Бля, сейчас. Ну, ваншот, отец. Опять? Ну, ты серьезно. Сзади хуй достань. Нет, там Гудс стреляется. Давай-ка мы побежим просто Гудсу. И разъебем его нахуй. Что нам еще делать? Гудс с нами тут. Что нам еще делать? Я говорю, бежи, беги сюда. Здесь безопаснее, это 100%. Блять, какой же ты моб надоедливый. Он гуцевский. А тут мы убили этого пидора. Как раз здесь безопасно здесь больше всего. Но здесь можно от магии спрятаться, ебаный. Фу, теперь здесь можно передохнуть. Там уже был везде. А. Гудс сидит. О, тут еще один Гудс. О, Гудс. Че, так будет выбегать и ударять по одному удару и убегать? Да. Чувак получил, по-моему, повышенный урон, когда я сразу бегаю и ебанул. Человек, да? Человек гюц. О, да. Алибар. Убил меня алибарщик. Какой-то красный был, нет? Где? О, вот он, сзади. Ну и что это? Что это за... Что за хуйня? Я его не смог ударить ни разу, блядь. Я хотя у меня персонаж нихуя не целится, нормально. Я ухожу отсюда, слышь? Я ухожу отсюда, я искал, уходи. Беги нахуй. Будем драться около... Вот здесь. На бассейне. В скрытом бассейне. Я без локона даже буду сопить обоих. Да. То есть я попал? Это я попал, мне кажется. А. Блядь, без локона надо. Я так умру. Я сейчас бить буду в спину, нет? Меня. Блядь, ему реально урон идет, лагучий урод. Сука, просто лагучий урод, я не понимаю, что он делает.
Как он мне бэкстеп, блядь, каким-то образом выдал. Смотри, я его бью, дамаг приходит. О, блядь. Я тебе говорю, он лагучий гандон. Блять, итальянский интернет. Пропал. Да, у него. Че такое? Блять, это ж. Сейчас он вообще превратился в лагмен. Че это такое? У меня кувыркается, но. У меня ничего не кувыркается, он просто катается. Он просто скользит. Вот, теперь начал играть. Вот ему урон пришел от Dark Edge, только через хуй знает сколько времени. Занят. У него в одной руке пиромантия, в одной не знаю что. Хуяна. Он типа такой качок. Как же меня этот моб заебал. Блять, заеб... Ты видел это? Ты видел это, блять? У меня не было с ним ничего делать. Ну я сейчас сдохну, мне некуда бежать. Хотя стоп, как ты некуда? Я бегу, ставь знак этот. Поставил. Я как ебанутый пропаркурил. Я просто понял, что надо делать. Я не узнаю, успею или нет, поставь. На изичах может убить. Слышь, помогай мне со вторым. У меня хп нет. Он уже бежит. Ох, шо. Хилинг. Осторожней с этим. Вот это очень опасный момент. Угу. Скажи мне, если что-то не так будет там наверху. Заебись. 10 из 10, блядь. А сказать мне нельзя ничего было. Я не мог подняться. Ты не мог разговаривать тоже. Чё тебе говорить? Сразу сказать, чтобы я не лез наверх, блядь. Ловкач. Ну это и так, он, наверное, понятно было бы. Не очень. Матч. Я мог залезть туда наверх. Я думал, может, ты с ним пиздишься. А он тебя взял и убил. В общем, как обычно. Потому что я не мог подняться. Нехуй было подниматься. Я встал и там стоял. Ну а ладно. Все, давай ставь знак. Пока он не пришел. Поставил. Опять кто-то вторгается.
Пошли обычным путем наверх. Я слышу какое-то пиздево. Кто-то сдох, что? Да. Он убил его, походу, этого, тот, который только что пришел. Тот, который тебя убил. Вон он бегает. Где? Вон он. А, полез опять наверх. Я его разъебал два раза магией, чуть не убил его. Он опять бежит. Сколько у него хп? У него еще СС есть? Я не знаю, откуда меня знать? Он, сука, бессмертный. Не сдохни там. Я тебе поддержки никакой не оказываю еще. Куда ты пропал? Этот инвейдер пришел. Хоть дохни. Какой сюрприз. Это вот гандон убить магическое. Чё, как у меня попадает вообще? Стреляет луком. Что, как он попадает? Что за хуйня летит сквозь эту, блядь, перила эти тупые? Как нам его убить, он фулл хп? Я не знаю. Что это за Unreal, блядь, хуйня? Просто засирают магии этой хуйнёй ебаной. Пошли насквозь, блядь, побежим. Беги. А нет, мы не сможем, слышишь? Там пидорас какой-то второй появился уже. Ты посмотри на этот урон! Всё засрано этой магией, блядь. О! Кристальная магия. Магия сделана Логаном. У него Эстус все еще, я не понимаю. О, это у этого долбоеба, откуда у него Эстус, я не понимаю. У тебя там все хорошо? Нет. Магия Логана. Самая сильная магия. Почему моба фулл хп, у меня вопрос? Это тоже такой вопрос. Он за тобой бежит. Я вижу, блин, он меня пиздит, между прочим, уже. Пошли насквозь. Он, теперь он опять Эстус пьет, да заебал! Потому что я умер. Блять, когда ты не умер, ёбаный в рот, он уже пережил тебя три раза, блять. Просто, блять, ну сука, ну убей ты его хоть раз-то.
пиздец какой-то. Зато я других убивал. Блять, его убить надо, а не их других, блин. Сука, говно, почему такой живучий? Он только на тебе, блять, и насасывается. Сука, ебаный урод, блять, бессмертный. Как он мне надоел. Все время меня хуячит с какого-то расстояния непонятного. Че он опять тебя ёбнет, блять, опять нахилится на фул? У меня нет хп уже с ним биться. Заебал! Блять, сдохни уже, да посмотри на это. Не уйдешь. Наконец-то, блядь. Меня сейчас убьет инвейдер, блядь, потому что у него преимущество. Я не знаю, у меня просто там очень бред полный. Я умер. Ну, естественно, блядь. Кто еще умер? Кто еще, блядь, умер? Сука, кто еще может умереть, там как-то 4 раза подряд, блядь. Просто, блядь, пиздец какой-то. У меня нет эстусов, ничего у меня нет больше. Сука, я не могу уже. Просто Unreal, нахуй. Ну, своим Бейблейдом меня сейчас просто убьет и все. Все, убил. Скиллами. Берри. Берри кит. Эй, за Франци. Чё? Чё за нахуй? Чё? Что это за? Что? Магия Логана. О, еще один бежит, слышь. Там еще один. А, у меня не работает. Он сейчас тебя попытается убить.
Этот чувак недооценил мою Логан. Вторгся сразу. Где этот магия лог? А он, по-моему, изюмный был. Ну, он был изюмный, да. Лол. Магия лог? Сука! Отойди оттуда. С магией Логана нельзя шутить. Посмотри, он этот Барри Бой, так наблюдай за ним. Магия Логана. Оп. Надо отойти отсюда, нахуй. Пошли в пизду, у них преимущество. Не надо с ними драться тут. Слышь, давай отойдем. Мне здесь не нравится. А там пенис еще стреляет. Пенис надо убить, все. Kill пенис. А я получил за это эстус. У меня есть идея, надо наверх прорваться. Пиздиться с ними там. Вон они там сидят. Я прорвался. Куда? Дальше через дверь? Да. Сдохни давай, молодец. Ладно. Да, 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 да. Ноль по. Няга. Пиздец ему. Там еще кто-то есть, по-моему, по звукам. Ты сиди, ты не двигайся. Hello. Разбирайся с ним. Окей. Сейчас разберемся. Смотри, у него еще пиромантия, чтобы не умирать. Пиромантия? Ну, у него... На нем наложено заклинание, чтобы он не умер. Видишь, он горит? Да. А. Ой, вон сколько я хотел. У меня еще один атунамент слот есть, лол. А у меня ванш... Ты не советуй там оставаться? Что моя фигня какая-то хуёвая.
меня магия не показывается. А, нет. Этот кусок мусора меня смог уебать с крыши. Сейчас я займусь, по-моему. Нормально вообще, блядь. Ох, это хорошо. Хелп будет или нет? Не, мопу. Последнее видео, как ты пытался пить. Просто нихуя не, не поможет, он еще и, блядь, сольет, все, охуеть. Это просто я какой-то... Его моб убил, блядь, он, блядь, даже моба не может убить. Не то, что инвейдера, блядь. Ну все, меня убили, блядь, серьезно. Прикид. Кстати, здесь инвейдер любит, пиздец. Разберись с ним, нахуй. Окей. Сейчас меня разъебет. Тогда бы все чеки брикид там. Поехали. Осторожно, осторожно. Не давай ему к себе подойти. У него проблема в том, что у него рейнджа. Рейнджа нету. Смотри, смотри, он с кувырка будет тебя бить. О, хорошо. Хорошо как. Да джест был зря. Он батхёрт и вызывающий, блядь. У меня. Сейчас он ворвётся, просто с двумя мечами раскрутит меня. Hello, Brickett. Как тебе нравилось? Нравится его атака, которая это... Ваншотает просто, джаглит до конца. Да-да-да-да. Я охуел с неё просто. Я потом её узнал, как дожить, просто отходил. Да. Я постоянно, знаешь, бью и убегаю нахуй. Он сам, он там сам себя джаглил и всё. Спасибо. Ох. Теперь он Brickett. А, он скопьём. Просто... Сдохни еще давай. О, о, о. Не-не-не-не. Не, виноватный? Я говорю, ты сейчас сдохнешь. А. Lord of Sin. А, сам. О, брат. Уходи. А вот, блядь! Когда вот это пу-пу-пу-пу-пу-пу, вот тогда вот это хуйню делали, значит, я не ожидал. А ты чё, не готов был к этому? Сам про эту атаку вспомнил? Ну-ка, я что-то забыл, как он мне показывает, что он меня делает. Я тебе, блядь, расскажу, как он её показывает. Отходишь от него, он тебе показывает её всё. Всё. Ты слишком много думаешь, тебе просто надо проще, просто отходишь от него подальше и все. Шел нахуй. Плям-плям-плям. Разочек. Ну я чуть-чуть не зажаглил, я съебался от него. Кстати, он тебя может с большого рейнджа тоже подхватить. Я знаю.
Что повышает пиромантию? Вот этот тычу зрения, что еще? Ну это клатч. Клатч. А вот ухи, помнишь, мы с тобой тестили уши, и по-моему они ничего не делают. Да, они делают. А блин, у меня Fire Clutch Ring нет. Found in the undead settlement close to the cliff, underside bonfire where the pot holders, three undead throw and fire bombs from the top. Так, окей. Spells. И может тогда Steel of Protection Ring, что? Сложный вопрос. Меня чувак переебал сейчас топором, потому что мне этот костер закрыл проход. Я прям кувыркнулся в этот меч от костра. Насадил совсем на меня.
Спасибо, FPS дроп. Спасибо огромное, сука. Что это такое, блядь? Что это за хуйня, блядь? Ёбаный в рот. Без предупреждения, без всего вылетает чувак, блядь, с тяжелым мечом этого, блядь. Смолга. Блин, фигово, я сейчас не могу купить... А, не могу проапгрейдить свой топорик на плюс 10. Чё мне знаю, что тебе будет. Там идет very good. Такой кидает. Very good. Very good. Сейчас он до тебя так дотрагивается, такой хоп. Что-то там. У, хорошо как. Типа попытка использовать эту булаву, когда ты не умеешь им пользоваться. Ебанько. Давай, раскрутись. А он еще и с этим, смотри, он с этим бафом Dark Moon, блядь. Еще второй идет, смотри, блядь. Ну. Сорялити из реалити. Что-то ты это. Да сука! Моб сделал больше не урона, чем... Уходи отсюда, дай я с ним разберусь. Уходи, уходи, уходи. Выйди с этой арены. Выйди нахер с отсюда просто. О, какой он опасный. Да вы посмотрите. Ваншот! Только давай не забегай ко мне. О, это парирование было. Как ты не попал? Нифига себе, сколько где там. Ты хули, блять, он все доджит, это просто пиздец какой-то. О, все-таки понял. Сука! Вот.
Не, ну в принципе можно убить этого танцора заранее и пролевелить на плюс 10. Что это, блядь? Что, какого? Почему он вообще не флинчится, ему не... Было уже мой глаз. Конечно. Блидинг сумасшедший, кстати. У него просто бешеный блидинг. Не стой рядом с ним. Тут чувак не навесил блидинг на пол бара, наверное, сразу же ударом. Наверх. Ты должен включить костер. Костер. Да, да, костер включить. Ты можешь ведь? Понял, костер, да. Шит-сторм. Сайт там. А он тоже пиромат? Да, а он этот косплеер. Он косплеит отца Сириса. А. Деда Сириса, точнее. Только он не ваншотит никого. Он мой. Вот этот инвейдер может ваншотнуть моего мейна. Да. С 1800 хп он меня ваншотал. Просто ваншотал инвейдер. С фул хп. Просто один удар. Просто пиздец какой-то. Надеюсь, он не будет пить, это фейр дуэли сюда. Пусть пьет, какая разница. Чем меняется дуэль от этого? Она просто элонгируется и все. О, видал! Он отбил стен. Ну отбил он еще. Ну только хороший десерт на получил. О, неплохо. Нам бежал. Чё с... Он всё ссытся меня. О, взял катану? А это уже не косплей. Это он что-то Мейл убить? Он не косплеит Мейл убить? Да, все, он уже брикет косплей. Я походу кончился. Не, не должно закончиться. Да заебал уже. Что сайт там уж. Ебаный в рот. Брик? Нет, не так что-то. Так что, Overwatch? Нихуя себе у тебя дамаг. Осторожно, он походу опасен. Ну и что? Сдохну и похуй, ты сдохнешь потом тоже. Да. Он не ожидал, что ли? Бля, чё они все такие не ожидают? Ничего. Ещё лагает. Хорошо! Он ещё не клинчится же, блять. Охуенно.
Друг другу. Правильно понимал. Понял. Егору нужен член в руках, чтобы он комфортабельно чувствовал. Да. Член. Че это вообще важно? Он не понял, не понял немного это, сейчас. Это поезд. Это он на себе патч, патч, который фиксит поезд. А, это этот, Iron Flash. Понял, как он медленно. Не подходи ко мне. Отойди отсюда. Отойди, отойди. Он слышит, что свои побил шарик, блядь. Вот видел мой второй удар, он по идее должен был попасть, но почему-то не попал. Что?